В этом видеоролике расскажу тебе о том, как за 3 дня стать зарабатывающим трейдером. Ты помнишь эти ситуации? Я думаю, с ним встречался абсолютно каждый трейдер, неважно, профессионал он сегодня или только начинающий трейдер. Это ситуация, когда мы открываем свою сделку, и цена сразу же идет против нашей позиции. Она движется стремительно к стоп-приказу. Мы на эмоциях начинаем его отодвигать, но она еще больше, блин, ускоряется. Когда она догоняет все-таки этот стоп-приказ, она почему-то каким-то неведомым нам образом разворачивается и идет в направлении нашей позиции. Что произошло? Что случилось? Чаще всего это просто означает, что мы не понимаем рынок, мы не осознаем, что отменяет нашу позицию, мы не понимаем вообще, что отменяет наш сценарий, наш прогноз. Да? Но когда ты начинающий трейдер, когда ты долгое время пытаешься что-то заработать, не только отдаешь рынку, очень часто включаются эмоции. И на эмоциях мы начинаем с тобой вваливать огромные лоты, добавлять деньги со всех там кредитных, там сберегательных карточек. В результате мы теряем все деньги, которые зарабатывали годами буквально за пару минут. Если ты хочешь этого избежать, если ты хочешь избежать осуждающих взглядов твоего окружения, если ты хочешь избежать этого ощущения бессилия и прямо сейчас изменить свою жизнь, то этот ролик специально для тебя. Этот ролик я специально создал для тех ребят, которые ищут пути, ищут какие-то стратегии, которые помогли бы им выбраться из той ситуации бессилия и непонимания рынка, в которой вы сейчас находитесь. И я хочу сразу же сказать, что этот выход есть. Более 8 лет я занимаюсь тем, что ищу ту самую стратегию, которая будет максимально простой, максимально эффективной. Стратегию, которая позволит человеку с небольшим опытом, с небольшим багажом знаний сразу же разобраться в рынке и начать зарабатывать свои деньги. За 8 лет я автоматизировал более 2000 стратегий. Когда я пришел на рынок, я увидел огромное количество учителей, которые были готовы с удовольствием, с улыбкой, с распростертыми объятиями принять меня в свой обучающий трейдерский кружок. В результате я прошел огромное количество обучений, я даже не смогу их сейчас сосчитать. Но по итогу этих всех обучений оказалось, что я дурак. И я не мог в это поверить, я не готов это признать до сих пор, поэтому я нанял программистов, и мы начали автоматизировать все эти системы. Там же были, ну, определенные правила, да. Я говорю «ну», потому что, ну, вроде бы были, потому что четких и понятных правил практически нигде нету. Делается это, конечно же, для того, чтобы ты не обвинял учителя, а искал ошибки в себе и продолжал в них копаться. Но, по сути дела, я с этим был корнем не согласен, потому что я так же, как и ты, наверное, анализирую каждое свои поступки, каждое свои действия на рынке, и поэтому мы автоматизировали эти системы, убедились, что каждый из них совершенно и абсолютно сливатор. После этого останавливаться было поздно, было потрачено огромное количество денег не только на обучение, но и на автоматизацию этих систем, было потрачено огромное количество времени. Когда мы стали искать различные торговые стратегии, платные, и бесплатные, и автоматизировать их торговых алгоритмов, начали появляться какие-то определенные правила той самой системы, которая действительно может принести нам деньги. И за счет этого получилось создать ту самую систему, которая сегодня внедряется в различные мои автоматизированные системы. Итак, как родился этот алгоритм, я думаю, ты уже понял. Абсолютно каждая система, которая существовала на рынке Форекс, была проавтоматизирована и проверена на то, какие алгоритмы у нее работают, какие нет. Когда мы нашли эти алгоритмы по разным торговым системам, мы собрали их в один единственный, и, соответственно, сегодня все эти алгоритмы ты можешь в автоматическом режиме использовать у себя в терминале. Мы представили это в видео некое информационного табло. То есть это, по сути дела, такой определенный индикатор в терминале MetaTrader. Благодаря этому индикатору ты можешь определять направление тенденции. Он автоматически построит у тебя уровни и покажет паттерны, которые будут указывать на присутствие крупного участника рынка. Каждый из этих автоматических систем я предоставляю тебе 3-часовой видеокурс. Благодаря этому видеокурсу ты сможешь пройти шаг от новичка в трейдинге до профессионала буквально за 3 часа, ну и 3 дня, наверное, на то, чтобы попрактиковать, чтобы открыть счет у брокера, чтобы скачать себе терминал, установить эту автосистему и досконально разобраться в том, как же именно ее использовать. Этот курс доступен для трейдера с любым уровнем знаний, даже для того, кто сейчас смотрит этот видеоролик и вообще не понимает, что такое слово Форекс. Итак, я хочу, чтобы ты понимал, насколько просто их применять.
Благодаря тому, что эта стратегия была создана именно автоматизацией, ее правила просты. Они просты, но при этом они очень сложны, если ты постараешься это сделать в ручном режиме. Поэтому сегодня ты можешь просто установить эту систему в свой терминал и уже через 5 минут начать зарабатывать. Если ты полный ноль в трейдинге, то не более 3 дней потребуется тебе для того, чтобы во всем этом деле разобраться. Итак, я уверен, что среди вас все равно останутся те люди, которые до сих пор сомневаются, поэтому я прошу вас поставить это видео на паузу и посмотреть его описание. Зайдите в описание этого видеоролика, там представлены ссылки с реальных счетов, где работали эти автоматизированные системы. Это реальные счета и реальные показатели, те проценты прибыли, которые действительно были заработаны благодаря этим системам. И, конечно же, найдите там ссылочку с отзывами уже имеющихся клиентов, которые поделятся с вами своими результатами и итогами работы с этими системами. Ну что, если ты уже готов, то мы перейдем к непосредственному разбору этих аналитических систем, чтобы ты мог для себя представить и понять, что это такое и с чем это есть. Ну что, ты готов? Поехали! Итак, для того, чтобы зарабатывать при помощи системы анализа, вам необходимо установить ее в торговый терминал и изучить правила открытия позиций. Все это подробно излагается в трехчасовом видеокурсе, о котором я буквально несколько минут назад вам уже говорил. Поэтому после установки вы сразу же получаете в левом верхнем углу вот это вот зеленое табло. Табло, цвет и его функции могут сильно различаться в зависимости от системы анализа. Я беру такую среднестатистическую нашу, да, то есть она и не самая начальная, и не самая профессиональная, чтобы вы именно на ней смогли примерно увидеть, что вас ожидает. Эта система сразу же выставляет торговые уровни, то есть вот вы видите синие, красные, все это уровни, которые мгновенно выставляет система, анализируя там 100 дней назад. Уровни нам будут необходимы для того, чтобы мы находили нужные точки входа именно в тех местах, где действительно за эти цены борется крупный участник рынка. Как понять, что крупный участник рынка борется за определенный уровень? Конечно же, по паттерну. Паттерны вы можете изучать без индикаторного анализа VSA, Price Action, различных огромным количество торговых систем. Но все это мы уже автоматизировали, поэтому вам этого делать не нужно. Здесь представлены самые мощные паттерны, которые удалось выявить с 2010 года, и именно при их появлении вы получаете звуковой сигнал от торговой системы и, собственно говоря, взглянув на экран, смотрите, проходит этот паттерн рядом с уровнем, окей. Дальше что вам необходимо сделать? Это посмотреть на локальную или глобальную тенденцию. То есть если этот сигнал совпадает с локальной глобальной тенденцией, вы открываете эту сделку, потому что изначальный крупный объем были размещены, допустим, на покупку, цена подошла к определенному уровню, и вы увидели по паттерну, что маркетмейкер действительно пытается сделать закупку этого уровня. В таком случае вы, конечно же, принимаете этот сигнал и ведете его до победного. В инструкции подробно объясняется, где вы выставляете свои стоп-приказы и где вы выставляете свои приказы take-profit, как сопровождать эту позицию и как помогать автоматическому алгоритму. Итак, что же такое автоматический алгоритм? В некоторых из наших систем, ну, в большинстве представлены также автоматические помощники, то бишь так называемые советники. Они работают в полуавтоматическом режиме. То есть для того, чтобы их использовать, тебе необходимо утром потратить всего лишь 5 минут. Для этого ты открываешь настройки советника и выставляешь направление торговли. Направление торговли ты легко можешь узнать буквально за секунду, открыв свой терминал и посмотрев, собственно, в графы, которые определяют у нас тенденцию. Тенденция может меняться. Может быть локально, допустим, бычья, глобально медвежья. А какую из них использовать, с какими рисками торговать, я подробно рассказываю опять же в видеокурсе, посвященном торговле с этими автосистемами. Итак, когда ты задаешь направление своему торговому советнику, то есть данной аналитической системы, ты можешь смело идти на работу, идти отдыхать с друзьями и вообще заниматься любыми своими делами. Советник после этого самостоятельно проанализирует рынок, найдет точку входа, откроет позицию и будет ее сопровождать. Когда ты придешь вечером, ты увидишь уже свою порцию прибыли, которую сможешь вывести в тот же момент. Что зарабатывать с автоматическими системами максимально просто. Они позволяют тебе зарабатывать как вручную, если ты поклонник именно человеческого анализа. Также они помогают тебе зарабатывать в автоматическом режиме. Причем автоматические алгоритмы у нас очень интересны. Они всегда работают в симбиозе с человеком. То есть несмотря на то, что ты можешь задать ему, грубо говоря, покупку, алгоритм проверит и проанализирует лишний раз рынок и подумает, действительно ли эта сделка будет безопасной. Поэтому в какие-то моменты он может просто прекратить торговлю и избавить тебя от неожиданных каких-то движений, от рисков для твоего торгового депозита. В видеокурсе я подробно рассказываю о том, как сократить свои риски. Я расскажу тебе о том, какими лотами
торговать, как мы можем сделать нашу торговлю максимально безопасной и через какое-то время полностью беспроигрышной. Все это действительно реально, если ты будешь следовать пошагово тем инструкциям, тем правилам, которые я тебе изложу в курсе. Поэтому просто будь внимателен, выбирай ту систему, которая больше всего тебе подходит по бюджету, по уровню профессиональных настроек, да, и начинай зарабатывать.